мохито. Значит, понадобится мята, значит, вот лайм, сахар. Ну, по рецепту, конечно, лучше использовать тростниковый, но если у вас нет, можно взять и белый сахар. Еще газированная вода и водичка Спрайт. В данном случае мы готовим безалкогольное мохито. Свежую мяту. Вот я ее отделяю на листочки от вот этих вот жестких таких вот черешков, да. Буквально жменьку мяты в стакан. И чайную ложечку сахара. Просто разминаем свежую мяту для того, чтобы она отдала свой аромат. И пустила сок. Лайм. Ну, примерно вот на такую порцию стакана я возьму где-то четверть лайма. Режем произвольно. Я вот так вот возьму, этот оставлю, потому что он будет кисловатый. Тоже разминаем до образования сока. Очень простой, очень быстрый рецепт такого быстрого освежающего коктейля. Спрайт. Газированная вода. Где-то полстакана, чуть меньше. И размешиваем до растворения сахара. Если вы используете сахарный сироп, значит, не размешивайте. Просто чтобы растворился сахар. Чуть-чуть воды добавлю. И остальной объем доливаю спрайтом. Возьму немножко мяты, ну это просто как для украшения. Все, освежающий вот такой коктейль, свежий, быстрый, мохито готов. Приятного аппетита! Украшаем, поделаем что-нибудь.